период санитарной обработки особое внимание крупно-санаторно-курортным объектам, которые в ближайшее время примут на отдых детей. Санаторий «Жемчужина России» как раз из таких. Его площадь составляет более 50 гектаров, большая часть которых – зеленые зоны, потенциальная среда обитания опасных кровососущих. Начинаем обрабатывать детские оздоровительные лагеря, потому что скоро уже начинается заезд детей. Вот, и нужно своевременно провести до заезда детей эту планово-профилактическую обработку против клещей. Сегодня мы работаем препаратом Медилис. Обрабатываемая площадь сегодня у нас составляет 13 гектар. Главные точки обработки – это места массового посещения людей. Парки, скверы, зеленые уголки и стадионы. Только на 1 гектар уходит около 100 литров противоклещевого раствора. Обязательные меры безопасности – запрет на посещение обработанной зоны в течение 3 дней. Именно столько дней сохраняется токсичность от раствора. В этом году к обработке приступили раньше обычного, так как в Краснодарском крае уже зафиксированы первые случаи укусов клещей. Клещ начинает активизироваться. Уже по Краснодарскому краю есть случаи укуса клещей. И вот. И сегодня у нас работает 3 человека. Работаем моторными опрыскивателями. Вот. И за сегодняшний день мы обработаем 9-10 гектар. Обрабатываемой территории. План дезинфекции санаториев разработан совместно с Роспотребнадзором и идет согласно графику. На этот объект у специалистов уйдет не менее 2 дней, а пока в Анапе случаев укусов клещей не зафиксировано.